Привет. Добрый день, заходите к нам на огонек. Максим, разрешите сегодня поучаствовать в вашей спортивной жизни маленечко? Да, конечно, конечно. Все, проходите. Заходим. Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Всем доброе утро, просыпаемся, солнышко уже высоко, встаем, чистим зубы, кровать не заправляем. Осенний как спал. Молодец. Отлично. Просыпаемся, просыпаемся. Начался день не с той ноги. Теперь под музыку. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потянитесь. Раз. Если ты в этом деле, это твоя работа. У тебя тренер, а у остальных семья и забота. Иногда просто хочется бросить все и уйти. Забыть про бат, про спины, вольный стиль. Но это не твой стиль, не для этого ты 10 лет пахал, чтобы сойти с дистанции и бросить штурвал. Из года в год ты разряды штурмовал. При таких раскладах неприемлем провал. Найди силы в себе, да отпор в судьбе. Ведь кроме тебя самого никто не поможет тебе. И теперь, собрав волю в кулак, ты победишь свою лень, ведь она твой враг. И тебя не остановит никакой мудак. Тебе все нипочем, даже если ты иссяк. Даже если ты устал, но путь не перестал. Спросишь, че ты пристал? Да перестань, охота начать все с чистого листа. Но вот ты на тумбочке и стар. Че, пловец? Да, красавчик, я тоже плаваю с отдачей, тебе удача. Если ты в этом деле, это твоя работа. У тебя тренер, а у остальных семья и заботы. Чё, пловец? Да, красавчик, я тоже плаваю с отдачей, тебе удача. Если ты в этом деле, это твоя работа. У тебя тренер, а у остальных семья и заботы. Сегодня было классно, ребята поплавали, поиграли в футбол. Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Максим, тренер по плаванию. Работаю в сфере плавания уже 8 лет. В прошлом действующий спортсмен, кандидат в мастера спорта по плаванию. Угу. Понятно. Знаете почему? Нет. Потому что там, знаешь, только один человек не виноват. Виноваты все, кроме Славы. Слава Быков, всем привет. Смотрите, вот мне больше всех не нравится, знаете, какая девочка? Милана. И даже знаете, что она еще делает? Она даже в нашу комнату заходит, когда мы переодеваемся.
Маме и папе, передай привет в камеру. Они потом на тебя будут смотреть. Хорошо. Мамочка, дорогие мама и папа, я передаю вам привет. Я передаю привет из лагеря, где... И в беседке, вот вы же видели задний двор, вот я как раз в беседочке и нахожусь. Вы, мама еще говорила то, что типа мы будем здесь есть. А папа еще сказал то, что мы будем не здесь есть. И у меня все отлично.